Руслан, поздравляю тебя с победой. Я заметил, что игра была очень-очень медленной в первое время. Вот первый тайм был действительно такой больше катание мяча. Скажи, с чем это связано? Вы так готовились к этой игре, ожидали, что будет очень тяжелая, медленная игра, или все-таки скорее что-то не получилось? Да, конечно, готовились, потому что я знаю, что Инженер очень способная команда, там очень боевитые ребята играют, и получилась игра очень трудная. Хочу им спасибо сказать за эту игру. Игра достойна финала, я бы так сказал. Вот, а так, можно сказать, у нас все получилось. Субсудии еще засчитывали голы, которые залетали. Было бы еще круче. С чем связано то, что вы сегодня очень много фалили, и судья постоянно свистел? Это тоже была установка или оно само получилось? Да как-то само, я не знаю, второй матч, но что вчера 6 фолов было, что сегодня 4 или 5 было, я не понимаю почему. Ну, игроки вынуждают фалить, обводят, а нам нечего больше делать, нельзя их подпускать к воротам, потому что будут расстреливать, вот, и остается только фалить. Сегодня Пиндеев забил у нас 2 гола, отличился голевой передачей. Ты тоже забил гол. И тоже голевой передачей. И тоже голевой передачей, да. Вообще, кого ты выделишь как лучших игроков не только вот этого матча, а всего турнира? Да. Да вообще всю команду. Если честно, я скажу то, что в мини-футболе союз вернулся. Все борются друг за друга. Мы не орем друг на друга, мы подсказываем друг друга. За что спасибо нашим легионерам, Рави и Тиме. Тима нас подбадривает. Нам давно нужен был такой игрок, который будет нам пихать, который будет нам вставлять. Мы будем понимать его и слушать. Вот. Из-за этого вся команда молодцы. Я никому не могу никого выделить, потому что да, у нас Пиндей много забивает, но для этого мы ему создаем. Конечно, он сам забивает, но все же вся команда молодцы. Я вам желаю удачи в следующем этапе. Надеюсь, что у вас получится. Спасибо большое.